Именно результатом мы недовольны. Мы хотели сегодня победить, и все к этому, в принципе, мы и делали. Мне кажется, что вообще мы провели достаточно качественный матч, создали моменты, не позволили каких-то моментов у своих ворот, кроме стандартов. Но если вы видели, да, что мы там уступаем в росте, в габаритах, у них очень много высоких габаритных игроков, которые нас продавливают. А так, я думаю, что ребят, ну, я не знаю, я им сейчас в раздевалке сказал, что в такую жару провести такой качественный матч, особенно, говорю, первый тайм, потому что, ну, силы не безграничны. И, зная наш еще кадровый ресурс, у нас не так много игроков уже осталось здоровых, поэтому они большие молодцы, просто им слова благодарности. Я хочу поблагодарить Николая Николаевича, во-первых, за то, что он пригласил меня в свой штаб, и мы работали, я считаю, что достаточно плодотворно. Ему огромное спасибо за то, что я оказался здесь, в Краснодаре, и продолжаю работать. Мы с ним встретились, переговорили. Никаких там ни обид, ни каких-то там, ничего такого не было. Он наоборот сказал, что оставайся и работай. Поэтому ему большое спасибо. И, естественно, ответственность теперь на мне и на нашем штабе.